Верхневолжье в эти дни стало столицей пушного звероводства. Представители этой отрасли из многих регионов страны, а также из зарубежья, обсуждают насущные проблемы, а также пути восстановления индустрии, которая сильно пострадала от коронавируса, но не только. Форум звероводов в этом году проводится уже в 21 раз. Участниками конференции стали представители органов власти, ученые, поставщики кормов и оборудования, руководители и специалисты зверохозяйств из многих регионов страны, от Калининграда и до Якутии. Кроме того, в бизнес-центр «Тверь» приехали и зарубежные участники из Финляндии и Нидерландов. На этой площадке люди имеют возможность, во-первых, встретиться и пообщаться друг с другом, потому что мы коллеги, мы делаем одно общее дело. У каждого есть свои большие и маленькие проблемы, и общение помогает их решать, найти способ, каким решаются эти проблемы, узнать что-то новое. Проблем у звероводов накопилось немало. Все началось еще несколько лет назад, когда на федеральном уровне был принят закон, согласно которому они должны платить НДС. Это резко ударило по прибыли, а значит и по объемам производства, говорят руководители предприятий. К примеру, мы в 2018 году производили 110 тысяч шкурок различных видов зверей. В этом году мы ожидаем 75. В прошлом году из-за пандемии коронавируса предприятия вообще вынуждены были остановить свою работу. При этом руководители продолжали выплачивать зарплату сотрудникам, затрачивать немалые средства на содержание поголовья. Мировое производство шкурок сократилось в 2020 году на 25%. Временно приостанавливалась срочная розничная торговля готовыми изделиями, что, конечно, повлияло на итоговый результат. Сейчас появились условия для роста. Увеличивается спрос на продукцию со стороны мировых игроков, в первую очередь Китая. Возвращается мода на изделия из чистого меха. В этой связи звероводы просят федеральные органы власти, если не о прямой помощи, то просто о создании условий для нормальной работы. А дальше отрасль сама восстановится и будет развиваться.